Итак, мы переходим к изучению движения Russian Step. Наверняка вы это движение видели по телевизору или где-то на выступлении руссконародных танцев. Это было взято оттуда. Поехали! Исходное положение, чуть-чуть нога согнута. Теперь делаем смену ног, остаемся на правой ноге. Еще раз. Смена ног на левой ноге. Смена ног на правой ноге. Еще раз. Смена ног на левой, смена ног на правой. Руки также можете как угодно. Можете так. Ну, обычно она делается, как вы если видели вживую, то вот. Это движение Russian Step. Также у движения Russian Step есть вариации, которые сейчас я вам покажу. Исходное положение. Теперь не делаем смену ног, а закручиваем под себя. Выкручиваем. Вот теперь исходное положение. Сейчас было базовое движение Russian Step, как заметил. И опять в левую ногу поджимаем под правую и опять сюда. Опять смена ног, поджимаем, выпрямляем. Смена ног, поджимаем. Выпрямляем. Смена ног. Поджимаем. Выпрямляем. Russian Step.